Всем привет! Сегодня готовлю картофельные лепешки. Готовятся такие лепешки проще простого, а получаются очень вкусными и нежными. Приготовьте, и они обязательно станут одним из любимых блюд в вашей семье. Картофель очистим примерно 500 грамм, зальем водой, посолим и отварим до готовности. Сливаем и хорошо помнем его при помощи картофеля мялки. Дадим картофелю остыть. Теперь, когда картофель остыл, подсаливаем, добавляем постепенно муку. Замешиваем тесто. Тесто получается мягкое, эластичное, к рукам практически не липнет. Для приготовления такого теста можно использовать оставшееся картофельное пюре от ужина или обеда. Тесто разделим на 12 частей, примерно по 50 грамм каждая часть. Из каждой части сделаем шарик. Оставим тесто отдохнуть минут на 10-15. Приступаем к раскатыванию лепешек. По надобности припыляем мукой. Толщина лепешек примерно 1-2 мм. Диаметром примерно 18 см. Жарим лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде с двух сторон примерно по 1-2 минуте до появления коричневых пятен на среднем огне. Лепешки получаются мягкие и хорошо гнутся. По желанию можно смазать сливочным маслом, пока они еще горячие. Картофельные лепешки можно подавать на стол как самостоятельное блюдо, а можно приготовить из них роллы с начинкой или подать вместо хлеба к супу. Я люблю их очень в горячем виде, но и в холодном виде они тоже очень вкусные. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!